Всем привет, друзья! Снова с нами рубрика «Мобильные игры». И сегодня я вам представлю игрушку под названием Grand Survival. Я думаю, выберем красавицу. Что такое? Нельзя писать, что ли? Почему-то не дает на... С 35-го раза она нам предоставила название. Точнее, изменение имени. Поехали, оценим, посмотрим. Опа. Если я плыву, что-то надо делать. Какая удача, говорю я. На этом плоту есть шанс выжить. Вызывает маяк. Окей, бежим к маяку, бегом. Эй, на плоту! Да, я к тебе обращаюсь, не удивляйся. Рад, что тебе удалось наткнуться на останки моего плота. Если посмотришь на север, увидишь остров с маяком. Я с него за тобой слежу. Вижу, тебе не сладко досталось, но мне нужна твоя помощь. Окажи услуги, греби к острову. Я тут застрял, и без твоей помощи мне не выбраться. Эй, мне нужна помощь. Если ты что-то говоришь, что я тебя не слышу. Поторопись, мне действительно нужна твоя помощь. Я долго не останусь. Ой, действительно, я вижу маяк. Нужно помочь несчастному. Возможно, и он мне. Так, что как тут у нас что делать? Карта мне показывает. Плот, маяк. Вот он мне как бы рядышком, да? Окей, что у нас? Два одиночества. Выполнить квест. Супер. Что такое опять мне показывает? Опять карта? А, выбрать маяк. Причалить. Задание выполнено. Странно, я как-то быстро причалила, маленько что-нибудь не поняла. На пляже есть кто? Двойной джойстик для перемещения. Эй, с вами все в порядке? Мозги. Зомби-апокалипсис, тебе все ясно. Я, короче, на кулаках с зомбарем дерусь. Давай. Эти зомби мне там вообще... Что-то, дай боже. Не сильно-то и жахнул. А, продолжить. Так, находится... Надо было пропустить. Это все понятно здесь, как у всех. Что за предметы. Показатели. Карманы. Для быстрого. А, меч сразу упал, да, получается? Энергия, вода, еда, все как бы отлично. А где карманы-то? Вот это? Ага. Подожди, это Energy, наверное, да? Я не могу из карманы теперь вытащить. Это что такое? Пустая бутылка. А, пустая. А это... О, жареная сельдь. Давай, иди сюда. По еде пока вжарим. Так, мы видим аптечку, если что. Опа. За рекламу я получу какие-то плюшки, да? Давайте пока не будем смотреть рекламу, а пойдем дальше искать. Все, забираем, поднимаем. Это что такое? Я могу это забирать? Все как обычно. Здесь мы облутали. Так, вот тут ящик. Графика, кстати, очень приятная такая. Красивенькая, пиксельная такая. Моей такой стилистики у нее. А, зомбарь. Сейчас у нас типа меч есть. Мы такие пожестче, ребята. Так, меня что, к палатке ведут? Я уже одну облутала, сейчас еще одну облутаем. Рецепты. Так, какие? Понятно. Также крафт у нас здесь имеется. Различные рецепты. Это, в принципе, не ново для нас. Рекомендуют нам создать топор, соответственно. Я думаю, мы его создадим. Подожди. И пластиковая сумка. Топорик сделаем. А пластиковая сумка нам не хватает, соответственно... Пластика.
И что тут? Оружие. Ага, тоже одно открытое из оружия. Это заточка. Простейшее оружие. Но я думаю, пока у нас этот меч-то есть, кое-какой. Какой-никакой. Подожди-ка, а мы же здесь, получается, прошли. И что мы ХП получили? Завершить. Собрать все. А, ну собрать все здесь у нас нет. Съесть любую еду можно, кстати. Давайте скушаем. Сейчас завершить. Мы получаем воду. Ну, понятно. Окей, пойдемте дальше посмотрим. Ее мы можем тоже убивать, да, но мы ее, наверное, не догоним. Ну, нет, в принципе, мы ее догнали. По итогу. Опа! Рюкзак у нас трещит по швам. Ну, я думаю, можно слопать батончик. Все-таки. Давайте съедим батончик. Сюда закинем воду. Воду. И все-таки мяско мы заберем. Взять все. Побежали, больше как бы не будем таких ребят убивать. Что тут нам надо? Мост разрушен. Как же нам перебраться? Да, уже все понятно. Нам поможет дерево. Погоди, вот пластик по ходу дела, да? Хрясь топориком, хрясь. Выполнили задание. У-ху! А, тут нас ждет друг. Друг, к которому мы идем. Подожди-ка, нам... Так. Мы сейчас можем как раз-таки сделать... А, подожди, не хватает. Хлама не хватает. Давай-ка хлам соберем все-таки, спустимся. Потому что, ну что такое-то? Как раз-таки вот он хлам. В принципе, легко и просто. Нам нужна это увеличение небольшой сумочки. Потому что, ну никак, никак. И вот у нас как раз-таки плюс 4 стало. Ну это как бы такое себе, да, плюс 4. Ну как, какое есть с другой стороны. Поехали, что тут у нас у сокровища? Что такое? Просто пальчики оближешь. Получи награды за игровое время. Окей, это мы согласны. Все здесь мы забираем. Что это такое у нас? А, молот. Нам нужно молот сделать. Ну ладно, это получается позже. Ну, нас, я так полагаю, зовут по квесту. Окей. В смысле, почему она упала? Я ж по камню прошла, нет? Ё-моё. Блин, первый фейл, как говорится. Ой-ой-ой-ой-ой. А акула мне хрен даст, да, пройти? Короче, мега фейл. А, ну блин, вот здесь попроще было. Все, надо как-то аккуратненько. Подожди, там, кстати, камень этот лежал. Для этого бревно нам надо. Там, по-моему, 3 бревна, да? Так, а как же тут, типа, не грохнуться-то? Ё-моё, вот это да. Совсем не мое пальто. Ико. Слава креветкам! Ты здесь! Третьи сутки не могу отсюда выбраться. Хотел было вплавь, да боюсь, это старика Ика акулы и кусочки не оставят. Не дождались с напарником сменщиков, на связь никто не выходил, вот сделали плот. И только начали отчаливать, налетели на эти крабы-переростки, плот поломали, часть плота в море унесло, ну ты уже знаешь. Напарнику моему не повезло. Может, видела его останки? Отлично. Супер. Хорошая информация. Один монстр за мной погнался. Хорошо, мост его веса не выдержал, обрушился. Так я здесь и заперся. Да ключ случайно с обрыва бронил. Видел, как один из этих крабов-переростков его слопал. Сейчас они на западном пляже появляются. Вид у тебя бойцовский. Может, добудешь этот ключ?
Да. Супер просто. Супер просто невероятно. Там акула нас поджидает. Тут еще куча всего. Но я, короче, здесь просто тупо свалюсь. И пойду херачить этих крабов. Ну лупи! Подруга, ну ты кого ли? Ё-моё! Эй-ей, ну бей-бей! Откуда вас тут всех вы нарисовались-то? Кошмар какой-то. Я уж чуть ли не плакать хотела. Ничего нет. Ну это и хорошо, что ничего нет. Или это плохо? Погоди. Ключ. Ну так забираем ключ-то. Перейти к рецептам. Так, рецепт, мы попозже перейдем к рецептам. У нас тут куча. Да забрать ты все. Почему он нас здесь открывает полностью? Ой-ой-ой, еще один. Этого, может быть, в принципе, не стоило даже убивать. Хранилище для вещей. А что-то про него читать нельзя, да? Грядка. Хранилище для вещей, грядка. Ну, короче, тут это... Дел-то много. Так, это мы открыли. Сейчас нам к товарищу назад надо вернуться, правильно? Мы же нашли ключ. Так, вот здесь у меня как бы... Поэтому бревну, ну так себе. Выходит. Проходите, уже один раз шлепмякнулась. Продолжить. Понравилась игра, не понравилась. Ну, потом мы оценим. Ну, что такое-то во время игры вот это все. Спасибо за ключ. Теперь можно иногда выбираться на остров, поискать что-нибудь снова. Я уж думал, один в этом мире остался, пока не увидел, как ты забираешься на мой плот. Кстати, можешь оставить его себе. Не знаю, что происходит, но я с этого острова не ногой. Хватит со старинных ико-приключений. Вдруг сменщики все же объявятся. Буду ждать тебя. Буду ждать тебя, вот дождался. То есть что-то не поняла. Если что-то приглянется из моих вещей, не стесняйся. Можешь забрать, что хочешь. Рекомендую установить на плоту хранилище. Туда ты можешь перекладывать вещи из своего рюкзака. Ну, понятно, это типа сундука. Окей. Давай посмотрим, что тут. Может, мы у него все заберем? Почему бы нет? Как думаете? Оба? Отлично. И шляпу надо забрать. А у нас есть шляпа? Давай ему мясо закинем. Нам шляпу возьмем. Я просто хочу посмотреть, у нас что-то на голове есть у моей дамы. А, у меня кипон. Давай шляпу заберем. А кипон ему отдадим. Как вам вариант? А мясо назад заберем. Так, а это что такое? Порох. Так мы и порох заберем. А мы эти семечки оставим. Короче, были мы супер-пупер наглые и вежливые. Все забрали, при всем при этом еще не все обыскали. Япона, вот, ты смотри, у него сколько тут добра. Добра просто дофига. Но не знаю, мы, наверное, не можем быть такими наглыми, чтобы все это забрать. Правильно? Блин, смотри-ка, у него есть оружие. Ой. Смотри, дробаш. А у нашей девчины штанцы тоже есть? Так, это назад. А что типа в свободном доступе ищется быстро? Давай за ленту заберем. Ну ладно, хватит наглеть, что мы тут уже кучу всего забрали. Тут еще еды можно медленно-немедленно забрать.
Но я не думаю, что нам это, блин, все надо. Подождите, а хранилище, ага. Больше нечего сказать. Смотри, сколько нам надо этих бревен таких. А как нам эти бревна забрать? Вот если мы, например, вот это дерево зарубим, нам оттуда выпадет бревно? А, да, выпало бревно, да, получается? Вот это морковка была, и посмотреть, короче, можно. Так. Я думаю, коль мы маяк облутали, пересмотрели, добились, как говорится, третьего уровня, ознакомились немного с инвентарем, с созданием, там, крафтом, да, посмотрели, что тут рыбачить, в общем, ну, и разные топовые шмотки есть. В общем, сейчас такое ознакомительное мы прошли, повыполняли кое-какие различные задания. Посмотрели, что такое награды, что тут есть. В общем, три этапа, да, вроде как пока что. Может, дальше будет еще идти. Так, также мы тут поняли, что есть он магазин. В магазине тоже куча всего. А, вон, смотрите-ка, у нас тут вон еще где бронька и т.д. т.п. В общем, много достаточно интересного. Я думаю, мы еще продолжим некую серийность по прохождению данной игрушки. Но если вам понравится, будем как бы продолжать смотреть, что к чему. В общем, всем спасибо. Всем пока-пока.